Здесь рядом доска объявлений, которую я не просмотрела еще. Схожу-ка я туда. Может, заданица какое подвернется. Подходящее. Я, короче, по лесу шла-шла вот к этому особняку. Я здесь таких, блин, монстров встретила. Я просто в шоке. Короче, какие-то мужики. Ну, точнее, вот мне показалось, что олень издалека. Когда я подошла, оказалось, что у него оленья голова. А на самом деле это мужик. Вон он ходит! Блин, он ужасный. Если он меня сейчас заметит, мне кранты. Видно, не видно? Фак, телефон звонит. Сейчас, секунду. Ой, господи. Алло. Ну хорошо, ну все, пока. Че, я не умею отключать звук на гарнитуре, я пока бы нашла. Так, что тут? Открой настройки, я посмотрю. Да пожалуйста. Ты про уровень сложности? Ну и где здесь в настройках? Ну вот. Кирилл, ты смотришь? Уровень сложности называется насмерть. Если это не самый большой уровень сложности, то их фиг его знает. Спасибо, Дигнум, большое. Анекдоты?
кошечка кидается. Ну, скоро будет кидаться. Я думаю, сейчас и он психанет, то, что я сижу с кем-то, разговариваю, начнет кидаться. Привет, Сарус. Фрайдей. Привет. Можешь со мной тоже поздороваться. Ладно, погнали. Сомневаются тут, что я на трудном играю. Извините. Как неожиданно на меня напали. Ой, да ёшкин кот, какой нафиг. Фига себе, 8-го уровня. Долго тебя. Западня, западня, ребята. Блин, тут еще этот оленеголовый где-то ходит. Я его боюсь жутко. Ну вот, шла я, короче, по лесу. Думала, что олень. Подхожу такая к нему, написано. По-моему, Пеший его зовут. Такой придурок с оленей головой. И он просто как начал колдовать. Он меня с одного взгляда, короче, убил. Это было ужасно. Привет, ты отходила, а? Да, мне позвонили. Ну, нормальные люди, они обычно отключают гарнитуру просто, а я просто отхожу. Потому что я не умею ее отключать. Я там начинаю что-то не то дергать, и у меня вообще гарнитура уже скоро порвется, поэтому. В общем, такая история. Ладно, сохранимся. Короче, на этом уровне сложности надо каждую секунду сохраняться. Потому что здесь все очень непредсказуемо. Вон он ходит! Видели такого чувака хоть раз? Вон, у него рога, короче. Не знаю, просто может мужик с рогами, я его не смогла особо рассмотреть. Ну, он ужасный. А главное, смотрю, какой у него уровень этого врага. Два вопросика таких. Короче, он какой-то просто неизвестного уровня сложности. Убил меня с одного взгляда и все. Я еще тогда не сохранилась. Это было печально. О, грибочки. Леший, может? Ну, может быть. Нет, по-моему, Пеший. Я как раз еще подумала, что то ли ходячий. Из ходячих мертвецов, типа. То ли ходячий, то ли пеший, что-то такое. А может быть, я читать просто не умею. Может быть, и леший действительно. Но на лешего он больше похож. Стоп, да куда я бегу-то все время? Тьфу. Так, дайте мне коня срочно. Я же, блин, поставила себе отметку. Тупанула. Главное, на этого лешего теперь не наткнуться. Пускай леший будет. Да, легче запомнить. Потом задание на него будет. Да я не сомневаюсь. Но это будет потом. Сейчас не стоит с ними связываться. Давай, плотва, блин. Я тут буду скакать осторожно, чтобы на этого не наткнуться. На карту буду постоянно смотреть. Я, кстати, в твое отсутствие стримершей приглашал. Что? Держи. Куда ты стримершей приглашал? Каких еще стримершей? Отдохни. Да, новая доска объявлений. Отлично. И вообще новое место. Меня прикалывает, что тут, короче, можно все брать. Вообще заходишь в дом, просто все берешь. Ну, во втором Ведьмаке так же, конечно, было. Вот. Блин. И они до сих пор это оставили так же, как есть. Купец. Простокваша, яйца, свежие яйца. Не засранные, но тогда надо брать по-любому.
Так, покажи мне свои. Извините, не засранные. А где яйца? Ты офигел? Я вообще-то их хотела купить. Нафиг мне этот лук. Бутылка воды. Ладно, давай хлеб сюда, короче. Пускай луковичка будет. Прикол. Ой, извините, я так мало читаю. Фрейда, я тебя где-то встречал. Как жизнь, как брат? Брат в лагере, у меня жизнь уже хорошо. Знаешь, в жизни всякое бывает. У меня вот вроде как черная полоса наконец-то закончилась. Как же долго она длилась, это просто кошмар. Он бьется редко, но больно, это босс. Чей-то муж рогатый. По лесу бедный ходит. Припендер, привет. Ты что, исчезла куда-то? Не хочу об этом говорить. Были проблемы. Так, сыграем в карты. Я, короче, все в карты знаю, вообще делаю. Сейчас покажу. Но я все равно ставку все время минимальную делаю. Как-то я стесняюсь ставку повышать. Так, чудовища нет. Вот у меня, короче, крутая команда тут уже. Королевство Севера. Вот. Я, короче, вот этим набором всех мочу. Меня прям прикалывает эта игра. Очень понравилась. Сначала такая запутанная мне показалась, теперь нравится. Диггер, привет. Мне все больше хочется жить одному из родителей. Ну, я тоже одна живу из родителей. Офигеть, смотрите, три одинаковые карты. А интересно, вот сначала удвоится, а потом утроится или не утроится. Ладно, оставлю одну. Проверим. Так. Ну чё, какую-то карту надо поменять. Давайте вот эту поменяем. О. Блин, не знаю, оставлять три одинаковые карты или нафиг. А хотя они же хорошие. Они хорошие. Так. Давайте поменяем еще. Тогда мне нужно больше этих, которые вдаль стреляют. Прикольный у меня набор в этот раз. Ход противника. Ой, он монстрами играет. Блин, первый раз играю с чуваком, который монстрами играет. Это игра копия Хардстоуна. Ой, я не играла. Что случилось? Это я любитель кошечек, просто я удалюсь. Что случилось? Что случилось? Ничего. Так, все, дайте мне сосредоточиться. С чего начнем? Я его сейчас сразу запугаю, короче. Ну вот ты, блин, офигел, по-моему, с самого начала. Ладно. Хочу еще собрать тоже колоду карт с монстрами. Может, он мне даст какую-нибудь карту прикольную, если я выиграю у него. Так. Ни одной погодной карты нет в этот раз. Странное дело. Ты как всегда, Люсь. Ну да. А чё? Так.
Блин, я тоже такую колоду прикольную хочу, как у него. Ого! Ты чё там мутишь, блин?